Привет, мои подписчики! Я открываю новый проект на своем канале, и в этом году все ради Эрики. И за окном классная погода, и это хороший знак. На данный момент я безработный, потому что я хочу, чтобы в этой серии или в этом выпуске немножко было реальность, немножко бытовухи и все, что вы любите. Мне пишет Эрика: я хочу тебе прийти в гости на этой неделе. Я такой: а, сейчас безработный. Окей. Вот-вот она скоро должна прийти. Я думаю, чтобы мне не растеряться и что-то сделать полезное для нее, я решил, нужно сходить, налить воды вот в этот чайник и сделать чай для Эрики. Пойду, налью воду и поставлю чайник. Я вернулся. И этот звук мне нравится. Мне нравится звук, как... В общем, шипит чайник. И надо начать делать бутерброд. У меня есть такая вот капуста. Капуста-салат. Очень классная капуста-салат. Хотя, наверное, камеру чуть-чуть ниже. Может, было или чуть дальше. Я сделаю. По мне, наверное, должно быть классно. Сделал вот две половинки, видите? Для меня и для Эрики. Вот. Ну, типа образно. Две половинки. Как мне нравится звук чайника этот, ну вообще настроение поднимается, этот чайник гудит. Колбаса, колбаса. И пластичный сыр. И один кусочек сыра пластичного, вот, ну, наверх. Вот у меня получился бутерброд. Хотя его можно было сделать посимпатичнее. Получается посимпатичнее этот бутерброд. Вот. У меня в руках кружка попугая. Я надеюсь, Эрике это понравится. Кружка попугая. Потому что я попугай! Заливаю сливки. Сливки. Заливаю сливки. Надо положить 4 кубика Рубика сюда, в эту кружку с попугаем. Вот. И залить кипятком. Та-да! И готово! Я уже готов встречать в гостях у себя Эрику.